Мне дорога не нравится, несмотря на то, что я просто простой обыватель, житель города Назарово, поэтому я не очень разбираюсь, но даже я вижу, что дорога сделана с нарушением. Все парковки сделаны с нарушением, бордюрный камень кое-где крошится, да, вы видели, везде стыки, везде неубранный мусор. Конечно, работать и работать и работать. Ну, лично я, конечно, не подпишу сегодня никакие документы. Я думаю, что им еще долго придется это все исправлять, потому что замечания вы, когда мы шли, когда туда и обратно, вы, наверное, сами слышали, сколько было замечаний. Ни одного метра дороги мы не прошли, чтобы не сделать замечаний.